24/7 поддержку МГБет. Слушаю вас. Я хочу сделать ставку. Просто вводим в адресной строке omg.bet, находим матч. Выбираем победителя. Не забываем проверять раздел с акциями. Болеем и побеждаем! Да, что ж, леди и джентльмены, рад вас приветствовать на трансляцию CCU. У микрофона все так же Анубис и Хаву против Кинникет. Сегодня у нас будут драться. Ну да, Хаву явный фаворит, конечно, этого противостояния, но у Кинникет есть джампи. Поэтому поосторожнее с этим парнем, друзья. И да, напоминаю, что это LAN-турнир и на карте Ретрейн здесь мгновенно. Так, что-то у СУ произошло? Он стоял в блайнде, насколько я понимаю, то ли АФК, то ли еще что-то вроде того. Хаву, на ретейке так или иначе, 2 в 3 ситуация на более вускитов имеется. Но ойл надо прочекать срочно, рот-то, да что ж такое-то, он не видит что ли его? Так или иначе, Бэкси, легчайший минус по Зоре, последний выживший игрок, по нему также есть информация, нет головы и Дота теряет свою жизнь. Кинникет забирает первый раунд свою копилку. Будет ли пауза? Я не понимаю, что произошло с одним из игроков. Хаву, мы видели то, что он как будто АФК там стоял, когда выход на сайт был. Непонятный для меня момент.
Возможно, просто правда в бланде был и надеялся на хелпу тиммейтов, но что-то пошло не так. Это full force, во-первых. А во-вторых, Зори себе сейвит некоторые сбережения на бай ВП следующем. Уже в четвертом раунде. Все верно. Клиники тем временем закупаются на full buy. И два убойных девайса, есть и две фармилки, и скаут. Все вкусняшки, которые только можно было себе позволить, в атаке парни себе купили. Так что будем глядеть. Нежданчик, джампи. Ну, мы знаем, до какой степени джампи очень хороший стрелок, как и Зори, судя по всему. Повесил голову также Юху. Ну и что, доту? Находит также минус по игроку Клиникет. И, господи, не полетел с на дальней дистанции, так или иначе. Здесь скаут Зори работает еще на одну тычку, но это не минус. Да, сверху джампи реализует себя на очередной минус. Есть информация по одному из игроков бэксайда, а по ходу инфы нет. Можно забрать маг 10, но его контрят. Его здесь просто контрят. Контрили до какого-то момента. Худи, благо, не вышел в эти смоки. Соу на 25 хп. Трейд девайсами произошел. Открытие. Увидел игрока Попдоги. Да господи, как они по хедшотам-то ставят. Черт подери, это жестко. Соу последний, 22 хп. Чешка в руках, ну и, судя по всему, 2-0 должно быть. Я не уверен, конечно. Оп-оп-оп-оп-оп. 1-1. Джампи против Соу. Джампи очень опытный игрок. Очень опытный игрок. Постараюсь заплантить бомбу под... Вообще по точку бы убегает. Красавчик. Ой, какой хороший геймсенс от этого парня. Так или иначе, летит на ноге. Сбатя на поставку плента. Легчайший минус пока не нашел. Оп, а здесь поосторожнее надо. Бомба установлена. Соу, уже на ноге несется, будет, кстати, отыгрывать в бэксайд, джампи в этом подозревает, и легчайший минус для себя находит. Ну вот окончание немножко грустненькое было, хотя спасибо за интригу Соу, когда 1-2 оставался, он неплохой минус нашел на игроке, который плентил бобу. Я подозревал то, что джампи там контрит Айви, а он его не контрил. И вот 2-0 за Клиникет. Так, посмотрим еще раз, что у нас здесь. Тункис, джампи. Юхо, Бэгзи и Рота. Юхо и Джампи очень жесткие игроки. Вот прям серьезно жесткие игроки. Я Юхо еще помню в стаке Кэт. Когда они на лутбете дрались. Вот это было жестко. Турнир так называется. Перетяжка по точку Б, насколько я понимаю. Неплохой тайминг для Слоу изначально был. Мы видели. Но Тункис решил развернуться, чекнуть. Оказался прав. Судя по всему, упор на этот раунд не делается изначально у Хавл. Ну, то есть, два игрока стояли по точке А, перемещаясь по точку Б. Так или иначе, здесь такие смоки уже есть. И бомб будет установлен в ближайшие секунды. Так, прочекали белый. Соу, неплохо еще и минус успел найти перед своей смертью. Дото. Отвлекся либо на карту, либо на тап. Так или иначе, нашел для себя минус. Красавчик. Ну, два минуса, когда у вас нет ни одного армора и только не дефолтный пистолет, это уже неплохо. Давайте отталкиваться от этого. И еще не факт, что только два минуса. Ну, хотя никто под бмейн сейвить не пойдет, и я не знаю, будет ли реализован маг 10 в следующем бай-раунде, я сомневаюсь. Прям очень. Знаете почему? Это потому, что он умирает. Рота, финальный минус, трипл килл по окончанию раунда, и да, счет 3-0. А, насколько я помню, Хаву имеет неплохой винрейт на карте Dead Rain. Неплохой, значит, ну, такой серьезный. Давайте еще раз посмотрим. Ну да, за 17 сыгранных карт 53% винрейт. Это хорошо. Снайперская винтовка АВП. Реализовано от Зори. Чуть не попал по своему тиммейту, но так или иначе, шот есть. Опен фраг есть, работаем дальше. Рота также немного накален, не критичный дэмэдж, конечно же, по нему, поэтому воевать можно. Проблем серьезных мы не имеем. Бэгзи. Орудует в соло, причем на Айви. И Слой, возможно, подозревает, что здесь будет именно основной костяк. Здесь основного костяка не будет. Выходит в соло у нас парень. Чекает позицию Айви. Слово и колет флешку. Флешка прилетает, кстати. Да, все-таки ослепила Бэгзи. Ушел фулл блайнд. И два по фрагу уже есть за Хаву. Что дальше-то? Причем орудует в соло. Клиникет взяли три раунда, будучи
В отыгровке вместе. Слоуи, Дота и Джампи последний. Это единственный игрок, который нашел хотя бы один минус в раунде номер 4. Джампи. На позиции между. Нет. Финальный минус именно для Зори. И первый раунд в дефенсе себе зарабатывают хаву. Да, друзья, напомню то, что это Best of 1 противостояние, группа B, opening match, а после этого последует Best of 3 противостояние, там уже будет elimination match. Все верно. И да, дэмэдж по экономике серьезно несли хаву. Поглядите, здесь 3 дигла, здесь АК-47, снайперская винтовка АВП от Джампи. С одной стороны, неплохо. С другой стороны, всего лишь один убойный девайс, который может выйти номером один и дать кому-нибудь леща. Полетела флешка, рота. Зори. Опен фраг есть по Джампи. Что там пропрыгивает, просто бадит один из игроков. Забавно выглядит. Ну и Тункис также с ТРСДМ понял. Господи, какая хорошая флешка. Вот чисто на тимплея, чисто на знании своих тиммейтов пока что отыгрывают хаву. И это позволяет им найти преимущество по живой силе. Причем они проводят аркаду именно в тех местах, где находится всего лишь один игрок и Нинике. Я, конечно, ничего не могу сказать, но... я думал, Дота даблкил найдет в этом моменте. Флешка залетела, очень хорошая. Дота решил не отворачиваться, думал байт. Так или иначе, сыграл практически на полтора минуса. Юко Тункис. Возвращается обратно, возможно, это попытка сейва, друзья. Еще становится 3-2. Посмотрите, что забавно-то. Прямо сейчас в лайве коэффициенты выглядят именно так на OMGBet. 3.90 дают на Кининике. На хау дают 1.23. Поэтому, я не знаю. Есть ставка без риска, друзья. Вы заходите на OMGBet. И если хотите рискнуть с каким-то лоу коэффициентом, но боитесь потерять свои деньги, вот, например, вот в этом матче, ставите на 3.90 до 700 рублей. К примеру, проигрываете свою ставку, и 700 рублей будут возвращены на ваш баланс. Дальше можете ставить, можете угадывать, можете спокойно вывести эти же деньги. Дело ваше, друзья. Поэтому забегайте, используйте этот бонус пока что. Пока не поздно. Мне кажется, эта акция все равно не вечно будет. Это очередной фулфорс от Кинники. Тоже интересное решение от парней. Они в предыдущем раунде отыгрывали именно с таким же сетапом, не получилось, решили попробовать еще раз. Но теперь уже есть одно отличие, они движутся вместе. Это огромнейший плюс просто, который может быть для команды, это когда у вас нет тотальных соло-пиков. Вы знаете, в чем загвоздка. Четыре игрока на позиции Айви, будут подходить все ближе и ближе, и почему... Так, а где у нас Юка вообще отыгрывает? Открытие, Джампи, отличный вантап по слову. Все равно это вантап. Дота, есть минус по рота, причем последний патрон, насколько я понимаю, убил. Дота еще наверх запрыгивает, господи, он на зеленом сейчас увидит еще одного игрока, и очередной минус. Неплохо разыгрался здесь Дота, но ситуация все равно в меньшинстве. Дота, кстати, единственный, кто находил минуса, нашел для себя даблкил, но ни Слоуи, ни Соу не нашли ключевых фрагов. Тункис еще и минусует Зори. Причем Зори услышал скоп, но за выбор позиции здесь казнил игрок Кининикет. Финальный минус Джампи на дальней дистанции, 4-2 за Кининикет. Только я говорил про коэффициентики, да? И сразу же андердоги этого противостояния забирают для себя раунд. Причем там коэффициенты до такой степени скотч, друзья, вы не поверите. Позже буду показывать. Бай с двумя снайперскими винтовками.
Фамосом, кольтом и юмпом. Вот это я понимаю сетап. Тункес, позиция мейна. Отыгрывается снайперской винтовкой. Ох ты ж, боже ж ты мой. Это опасно выглядело. Десантура вдвоем, на лифте очень хорошо сыграли, дота уже упал. Но как факт, вот этот прострел. Это ваг. Контроль поп-дога. Далее у нас перетяжка, насколько я понимаю, под Б-сайд. На Б-сайде у нас орудует всего лишь один худи. У худи всего лишь кольт. Ну как всего лишь кольт? Топом фраг нашли. Я уже говорил про такие моменты, как психологическое... Ну да, это просто психологические моменты. По-другому никак не назвать. Паника небольшая, возможно. Открытие. Подуэл. Через верхний. Никто не контрит. Он слоу. И ладно, вовремя подошел. Один минус есть. Снайперская винтовка на дальке тоже должна хотя бы один минус найти. После этого будут шансы. Потому что у вас нет на борде фускитов. Вам на ранних таймингах этого... Ага. Бэгзи. Легчайший минус. Бэгзи. Еще и читая снайперскую винтовку на дальней станции. Перестрелка. Эх, нет, Зори все-таки поймал рота. Но как факт, на исход раунда это уже не повлияет, насколько я понимаю. Юхов слишком хорошая позиция. Аннигиляция Зори. И Соу уже мчится на сейв. Пятый раунд для Кенникет. Эх, черт подери. Ну вот, я уже говорил про такие моменты, когда на ранних стадиях ретейка находится минус, и у вас более-менее еще паритет, то вы можете идти на ретейк. Нет паритета, нет смысла вообще стоять на ближних позициях. 5-2, андердоги ведут за слабую сторону на карте The Train против Хаву. Счетом 5-2. Слушайте, интересно, потому что сейчас, судя по всему, еще и шестой раунд для себя заберу Кенникет. Но я Хаву не узнаю, парни. Ну вот прям не узнаю. Бэгзи, красавчик. Есть обом фраг по слоуи. И знаете, это, наверное, единственный матчап. Один из единственных, где андердог выиграет. И это правда здорово. Кенникет. Хороши. Красавчики. И то не факт. Это раньше времени я говорить не буду. 6-2 всего лишь счет. Поэтому просто ждем развития событий. Именно дальнейшего развития событий. Потому что Кенникет спокойно себе может обойти. После этого отдать камбэк. Бомба установлена. И судя по всему очередной выигрыш в раунде поступит для... финнов, которые отыгрывают в атаке. Это правда здорово, то что на трансляцию заходят не только парни из СНГ. Да, насчет OMGBet, друзья, баннер по трансляции. Там написано все, вы заходите на OMGBet и ставите, и все у вас хорошо. Я вижу очень много финнов на трансляции. Это правда здорово. Правда здорово то, что вы приходите, друзья, и болеете. Вряд ли вы меня понимаете, конечно. It's really nice to see you all guys there. Hello. From Russia to Finland with love. To all of you. Ну это так, приветствую просто. Снайперская винтовка, два кольта. Так, 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 Хаву. Причем они не используют тактической паузы. Они понимают, что сейчас просто щелчок пальцев, и они могут улететь на счет 8-2. С счета 8-2 очень трудно камбэчить. Мы это все прекрасно понимаем. Зашили беднягу Рото. Также турки теряют свою голову. Почему не джампи? Почему не джампи? Джампи же очень хорошо отыгрывается снайперской винтовкой. В результате джампи... остается уже последним выжившим игроком и спустим уже третий раунд. Шесть-три становится счет, друзья. Ну,
близок был джампик, он по фрагу, попал по слоуи, но дэмэдж все равно не летальный. Ох, боже мой, Джуко. Вот это был найсшот. Куди падает. Его 4-5, еще и на топ запрыгивает. Господи, слоуи огромнейший дэмэдж получает и все равно рискует. Потому что понимает, что надо возвращать перед тем, что усилий не получается. Юху очередной минус. Он нашел уже даблкил для себя и... 3-5, что далее делать? Что далее делать? Попытка ретейка? Нет, определенно нет. Это должна быть попытка сейва. Я говорил то, что по щелчку пальцев может стать счет 8-2, так 8-3 может стать, если они сейчас все девайсы растеряют. Девайс терять нельзя. Можно вернуться в следующем и хотя бы свести все это дело. Но ближе к счету 7-5. Будут шансы определенно у Хаву. Уж 7-3. Пора АВП. АК-47, Крик. И даже Кольт сохранился. Большой плюс в том, что Хавы сейчас еще укрепились по экономике при этом сейве. Что очень редко мы замечаем за дефенс. Но как факт, неплохо. Уже прокид неплохой хая. Начало положено. Джамп и опом фраг по зоре. Просто помню джампи, когда тот еще играл в SG Gaming, разваливал кабины. На джампи вроде запретили участие на крупных лан-турнирах из-за того, что он использовал читы. Его хотели даже подписать в OG. Если кто-то не знал, просто это не инсайд информация, информация из открытых источников. Но из-за того, что он использовал читы ранее, он не может вступить в OG. Ой, представить на самом деле трудновато. Приветики, Дота! Потерялся немножко. Юха, D-. Турки с очередной. Господи, как разваливается весь коллектив Хава просто на глазах. Слоу и Соу. 2-5. Конечно же, это сейв. И вот вам 8-3 еще. То есть, окей. Посмотрим. Просто сейчас, что нужно сделать Хаву для того, чтобы, ну, вернуться в это противостояние. 4 раунда подряд за дефенс забрать. Когда по окончании 11 у них только 3. Давайте посмотрим на табуляцию. 3-1-7 Slowy, 4-0-5. То есть я не могу сказать, что Slowy плохо отыгрывает. Не могу сказать, что плохо отыгрывает Соу или кто-то из парней из Хаву. Ребята не могут пока что играть как одно целое. То есть читка оппонентов, да, есть, присутствует. Мы это видели в раунде номер 4, мы это видели в раунде номер 5, когда ребята пикали под флешки, находились спокойно в опом-фраге, но после этого все пошло под откос. Вообще. Матч приостановлен. Конечно, приостановлен. Да, друзья, именно в таких паузах будем держать коммуникацию, задавайте вопросы, буду с радостью отвечать. Вопросы близкие к киберспорту, либо, ну, не очень далеки хотя бы от него. А, да, самое время напомнить про мою группу ВКонтакте, восклицательный знак Кастерос. Иногда туда скидываю ставочки. И по окончанию месяца, я думаю, сделаю розыгрыш 1500 рублей на Киви кошелек. Место будет не одно, место будет 3-4 примерно. Чтобы шансов, конечно же, у вас было больше, друзья. Может, сделаю побольше. Та-та-та-та-там. Так, пора АВП есть. Опен фраг от Слоуи. Неплохое начало раунда. А два игрока отправляются под бумейн в ближней позиции. Сейчас Бэкси. Открытие. Подложечку. Красиво сразу. Просто обезглавливает Худи. И сразу на контроле коннектора. Ну вот, вот. Прыжок от Зори, просто сейчас все под откос опять отслал. Джамп из P250 вырубает Дота. Ну там понимаем то, что разброс пуль, конечно же, за себя отвечает. И Слоуи по на позиции. Оп, фазомчик. Но он уже 1-3.
Да, минус нога. Отлично, ускоп. Так, стоп. Рано. Поборется еще. Находится за белым. Конечно же, информация есть у Тункиса. Тункис налево направо, вперед, вверх. Вверх, вниз, да. Финальный минус от Туркиса и... Я не знаю. Это 9-3, это 9-3. Вдумайтесь, ребята. Дело в том, что в приматчевом... В приматче там коэффициент, наверное, 4, 4-20 был, насколько я помню. Брейктайме вы видели от OMGB. И теперь экономический раунд от одного кольта, друзья. Тункис. Вот чуть-чуть повыше, и сразу минус голова была. Неплохое попадание по соу. В дальнейшем, то есть изначально это было укрепление точки Б. Укрепление, не стак. Ребята сюда делали упор, но теперь по прострелу подозревают, что возможно это будет смещение по точку А. Не факт. Кто-то пытается по максимуму бадить, еще прострелы по нему летят. Джампи. Есть минус. Дота. Отпадает следующий раунд. Сразу на скамейку запасных. И здесь игроки хава находятся, слушайте. Солта один минус уже нашел. А здесь еще и ко включается. А можно еще и поработать. На развороте слоя очередного минус. А вот и 2 в 2. А можно и побороться. Чуть не потерял свою голову слоя. Но на втором молоте спалили. Джампи. Должен раскручиваться прямо сейчас. Подбирает крик. Одного, второго собирает. Парни. 10-3. А вот теперь смотрите на коэффициенты, друзья. 3.25 на 1.31. Вот вам ваш фаворит, друзья. И вот вам звание аутсайдеров. Я что-то похожее на самом деле ждал в матчапе Helsinki Reds против своих оппонентов. Забыл уже, на самом деле, вот финны любят, на самом деле, хорошее название коллективу придумывать. Ректи, да-да-да. Я думал, Ректи там смогут апсетнуть, по крайней мере, на 1-2 раунда. На одну карту, по крайней мере, я думал. Но ребята за весь этот турнир, Asus Rock Winter, за 3 карты, даже 10 раундов не набрали. Ну, я имею в виду не на одной. Конечно же, они больше 10 в сумме набрали. Выход планируется по точку Б, насколько я понимаю, от Kenny Cat. Две снайперские винтовки есть в наличии у Хаву. Соу пожертвовал своим армором, чтобы дать снайперскую винтовку. Упор серьезный. Надо быть честным. Выход под Б. Ключевые смоки полетели. Флешка на выход. На верхнем. Находится Худи. Точнее, не на верхнем, а на контроле верхнего. Джампи один минус нашел, но... Господи, Худи с 13 кп. Перестрел еще и Джуку. Худи. Пик верхнего. Очередной демаш пошел под Джампи. Как же хорошо он имеет Худич. Хорош. Ну а теперь раскрутился Тункис. А вот и 2 в 2 ситуация. За белым находится Соу. Соу постарается схитрить. Обойти своих оппонентов. Крутой молотов. Очередной минус. Тункис подозревает, что в спине кто-то есть. Один минус есть. Тункис. 1-1. Ладно, ладно. Есть все-таки раунд номер 4 для Хаву. Да им даже 10-5, мне кажется, не так уж и перспективно будет выглядеть. Я, конечно, просто зритель. Но вам, зрителям, виднее. С 10-5 можно ли будет за атаку камбэчить? Да, конечно, можно. Хавы не такой, наверное, камбэчили, но Кенни-Никет пока что выглядит, правда, сильнее.
ПВП. МПшка, три кольта. Поглядим. Бэкзи. Пошел в агрессию. Зори. Зори. Зори, теряет свою жизнь. Точнее, не Зори, а Слоуи. Да что, что происходит? Хабы просто разваливаются. Они решили сами произвести агрессию. Но теперь они уже напали не на одного игрока, а на целое укрепление. Два или три игрока там было. Соу, один минус есть. Позиции между. Есть прямая информация. Господи, Джампи просто в смоке аннигилирует здесь Соу и Худи. Один в три. Конечно же, шансов маловато имеет на клатч. Но пожелаем ему удачи. И пенальный минус. Это даже не настрай. Ну, если бы там забрал одного-двух игроков, мы бы, конечно, написали. Но это 11-4. 11-4. Задуматься только. Ну что ж, дамы и господа, леди и джентльмены, то, что сейчас происходит на экране, это нечто. Шок-контент. Детей и маленьких девочек уберите от экрана. Зори, ПД-150 в руках. Два саппорта, кстати, имеет у нас здесь Хаббл. Сделали Зори здесь своеобразным танком. Все правильно сделали, то, что отдали именно мейн-снайперу ПД-150. Потому что снайперы, мейн-снайперы, в основном очень хорошо отыгрывают с пистолетом. В основном, не всегда. Тонкис. Контроль Аби. Ну вот вам и Зори. Вот вам и ПД-150. Юхо, также минус дота. Но как же не везет в этом моменте Хаву. Ребята делают соло-пики, они не работают против Кинникет. Так, пошел выход. Вот, одним целым, ребята выходят через верхи. И на дальней дистанции перестрелка от Худи. Бомба установлена, то есть есть возможность сделать ретейк, full force в следующем раунде. Тункес. Дексаде. Есть очередной минус. 12-4, да, да, все нормально. Хаву, следующий матчап, если что, то есть я не говорю то, что Хаву проиграли, нет, ни в коем случае. Но если Хаву проиграет, в следующем матчапе они будут драться уже в элиминейшн матче. Такого уж точно никто не ожидал. Нет, ну есть, конечно, там миллион IQ зрители, наверное, которые ставили на Кинникет и говорили, да это читаемо, это читаемо просто. Я уверен, такие люди присутствуют. 12-4. Ну вот вам и Full Force. Это 3 дигла, это 2 крига, и причем Соу и Худи отыгрывают без армора. Вот это упор, я понимаю. Зори. Тычку дал по Тункису. Ну, Тункис все еще жив, все еще боеспособен посражаться. Еще, конечно же, шансы есть. Так. Притяжка обратно. Ну да, пошугали Айви. Что после этого? Конечно, там собирает сейчас информацию игрок номер 0. Это тот самый Тункис. И говорит, ребят, да на Айви пока что вроде никого нет. Кинет молотом, возможно, даже подложку прочекает и даст уже полностью всю информацию. И там будет полное понимание. Джампи. What the... What was that? Я имел в виду. I mean... Джампи сам, мне кажется, испугался в этом моменте. То есть, я не имел никаких претензий к Слоуи. Мне кажется, это именно он так сказал. Типа, что происходит? Конечно, понимаем то, что Худи, точнее слово, именно прятался от флешки. Зори, кстати, скрига раскрутился на даблкил. И Рота вместе с Джампи. 2 в 2. Соу у нас отыгрывает с диглом. Без армора. Проход по Ави. Прямолинейный пуш. 20 секунд на таймере. Надо срочно занимать ассайд. И срочно контролить поп-дог. Хотя непонятно, под что будет плентиться бомба. Именно под поп-дог. Поэтому, если были летели какие-то шальные прострелы, возможно, забрали бы одного как минимум игрока. Рота с своим тиммейтом уже выдвигаются.
Один игрок находится между, другой на втором олафе. Выбор позиции неплох. Проблема для Кенеке то, что у них нет набора диффузов. Держи в спину, Зори. Уже трипл килл для себя. Второй лоб минус. Один на один. Времени нет. No time, go, run away. Ну, он пытался. Это nice try, рота. Правда. Здесь пытался по максимуму забрать Зори, потому что в следующем раунде понимал прекрасно, что это будет full force. Чтобы у Хаву тоже были некоторые проблемы по девайсам. Понимаем. Мы понимаем его решение. Так. Пара чешек. Пара бегов. Совершенная агрессия от Кененикет. И уже неплохо выглядит это все. Доту. Причем агрессия была еще и по дайве от Кененикет. Но на сборном формате ребята не действовали. Слово, неплохой выстрел. Nice shot. Далее уже будет выход под точку Б. Бомба будет установлена. И просто аннигиляция последних трех игроков, которые находятся в бэксайде. И один из них на Айве. Без каких-либо проблем, конечно, разберутся сейчас с Хаву с этим раундом. Вопрос, что будет происходить далее. А я вам отвечу. В следующем раунде у нас будет экономический, а потом уже full buy. То есть, по сути, мы сейчас выходим на счет 12-7. А далее непонятно. Двенадцать шесть. Да, голые юспы. Ну и по 2000. Джампи. Тоже не имеет здесь много шансов на самом деле. Воу-воу-воу, Кененикет. Пошли пуш позицию, мейнаут. Здесь уже поинтереснее. Вот жалко флешки нет. Могли бы для себя халявные там два фрага, к примеру. Одного, второго, третьего, четвертого, да все под эту гребенку. Давайте, заводите следующий раунд. 12-7. А в АВП появляется еще и у Кененикет. Кененикет. Крутая фантазия, на самом деле. Я просто понятия не имею, что значит Кененикет, но уверен, это что-то прям жесткое. Осознанное укрепление. Своеобразная ставочка от Кененикет. Ребята делают упор именно на точку А, отправляя всего лишь одного игрока под точку Б. Ну здесь еще, да, Юха будет отыгрывать на хелпе. Причем даже не подозревает, что на холодильнике находится Джампи. Что? Что это было? Джампи, то есть как Нео уворачивался от этого патрона. Кстати, я нашел лещащий минус Джампи. Ну ладно, трейд все равно произошел. Но до какой степени повезло там Зори? То, что он повесил этот шот. Притяжка по точку Б. Здесь находится два игрока. Один из них находится в бэксайде. Второй игрок находится на дарке. В принципе, выбор позиции неплох. Вопрос только тайминга. А тайминг просто потрясающий для рота. Даблкил для себя находит Зори. Да, прострел неплохой, но Юха включается в эту перестрелку. Находит очередной минус. И последний Зори. Подобрать бомбу не проблема. Проблема... Что? Господи! Это эйс будет от Зори? Один на один. Юхо. Зори. Кто кого? Зори полетел. Полетел уже с диглом. Откидывать неплохую хаешку под Юхо. Ну ладно, плохую хаешку. А Юхо уже в спине. И Юхо тебя забрал. Ну господи, это nice try. Это реально nice try. Зори. Какой шашлык там финский сделал. Ну вот здесь уже появляется хотя бы экшен. Правда.
Так. 13-7. Ну, кто-нибудь к обычно дозвонился или нет? Надеюсь, что кто-нибудь дозвонился. Худи отправляет очень хорошую хай под Бакси. А, бедняга Бакси. Открытие. Отлично, флешка взлетела от Зори. Проход дальше, уже между находится. Причем дальше начинает пушить, подозревая Тункис то, что с Маки уже прошел один из игроков. В виде тапочки одного забрался на размене. Ну и в результате бомба-то установлена. В бэксайде находится один из игроков, но добраться до этого плента и начать его дефать — это огромнейшая проблема. Дефус киты выпали в позиции между. Как до них добраться — это огромнейшая просто проблема. Есть шота Джампи. Набор дефус китов, кстати, видит. Дефуза подобрать не проблема. Есть. А шансов уже нет. Да. 13-8. Джампи уходит на сейв. Вы там еще побугали на всякий случай? С одной стороны, камбэк реален. То есть, с одной стороны, вы поглядите счет. Да счет 13-8, о чем ты говоришь, господи. Кенни Никетс отыгрывает за сильную сторону. Дело в том, что сейчас экономика... не лучшие времена переживает у Кенни Никетс. И им придется делать эко. И это не просто эко, сейчас пойдет вот та самая грустная тенденция для спецназа, когда один раунд стоит два. И опять агрессия. Единик я в поджиме нижнего под точкой Б. Подгорел специально дота. Юхоп. Тыщ, легко. Есть еще крик в руках, и все, бомба под контролем. Бомба под контролем, вы понимаете? Как бомбу-то забирать теперь? Слоуи теряет свою жизнь. Бэкси отличный шот с Юспа. И что, как подбираться-то к ним ближе? Я не понимаю. Просто один тайминг. Так, ладно, с Юспом разобрались. А вот и прийти по живой силе. Постараться выбивать как-то сейчас хаву. Позиционку Кенни-Никет, которые сейчас просто стоят на холде этой бомбы. Зори, то налево, то направо. Хочется пикнуть, а понимая то, что там снайперская винтовка. И хочется, и колется. Снайперская винтовка, кстати, сделала мисшот. И отправляет еще заветную флешку. В душевой находится также один из игроков Кенни Никетс. Ну вот, ну вот такое. Такое себе. Не надо было. Джампи. Пошел, пошел в агрессию. Потихонечку, помаленечку. Смог прокидывает дота, флеш прокидывает дота. И судя по всему, наверх будет запрыгивать сейчас. Либо это просто байт. Тункис вообще в ожидании пуша с точки А. Джампи. Есть выстрел. Джампи. Джампи. И он понимает то, что времени уже нет. Он понимает то, что времени уже нет. Он просто на дальней дистанции будет сейчас принимать Зори. Зори постарается заплантить бомбу. Причем плантит ее под поп-дог. Начинает пушить Джампи. И Джампи пропустил его. Хороший выстрел. Зори попал. Он попал сейчас по игроку, но попал, к сожалению, в ляшечку. 14-8. Это выигрыш в экономическом раунде от Кенни Никетс. Один тайминг, один хедшот, найденная бомба, выигранный раунд. Остается посмотреть всего лишь... Да ничего, мне кажется. Всего-то ничего. Я не знаю, что Хава, конечно, сделает в дальнейшем. Возможно, правда, будет попытка камбэка. Я на это очень надеюсь. Потому что односторонний Counter-Strike сегодня насмотрелся уже. Три карты без ТБ. Я как дышу-то вообще? Это четвертая, возможно. Дота. Надзонил пока что снайпером. Ничего серьезного не происходит. Снежками ребята просто прокидываются. Сноуболс. Выход под нижний. Здесь на белом находится один из игроков. Ты же видел его? Худи забирает роту так или иначе под размен.
И стягивается все звено Кенеке сейчас под точку Б. Три игрока находятся в саде, один из КТшников находится сейчас на Ойле. Это очень важный выбор позиции. Бэкси, очень важный минус, он еще и белый контролил. И был близок к тому, чтобы забрать Зори, но вот немножко не полетело. На очереди Юху. С той же самой позиции. Слоуи, пик. Я думал, это Хае. Слоуи будет жить в этом смоку. Пик нижнего, выбор позиции отлично от Юха. Юха второго забрал, да ну, я не верю. Зори последний, один в три ситуации. Одного забрал, не более этого, 15-8. Кинни-никет. Это чудо какое-то. Чудеса в рамках Asus ROG Wind. Джампи. Подставился немного. Тункис, но не такая серьезная проблема, потому что есть Бэкси, который нашел один минус. Ну ладно, его недостаточно. А вот то, что он подставляет под Слоуи, это уже опасно. Да, если еще и по нему минус. Камбэк. Камбэк. Камбэк из Рил. Овертаймы. 19-15 хаву. Все бетсеры на хаву улетают в Таиланд завтра. Ладно. Как говорится, no jokes. Сейчас все равно хаву надо проделать очень много работать для того, чтобы дойти до овертайма. Давайте начнем пока что с этого раунда, потому что здесь все равно имеет шансы Кенеке, чтобы выиграть. Но это было бы вообще уже нечто. Да, я пошутил. Один минус есть. Джампи. Готов еще игрока на красном принимать. Воу! Вот это фликшот. Продвигается еще и через секонд лайн рота. Нет, роту прочекали. И на тайминге. Джампи одного забрал. Опа, Зори есть формация. Зори на легчайшем пике. Зори пик. Финальный минус. 15-9. Судя по всему, сейчас будет... Экономически, конечно же. То есть, даже несмотря на то, что у Тункиса $1500, это не проблема. Девять. Дота. Есть выстрел по джампе. В дальнейшем... Ну, да-да-да-да-да. Здесь юспики, конечно же, то есть... Творите хайлайт моменты, делайте эйсы. Если бы не два эйса, уже увидел за три карты. И оба эйса были сделаны именно против экономического раунда, поэтому... Вы меня этим не удивите, хаву. Давайте уже, завозите следующий раунд. Я, правда, сейчас жажду его увидеть, потому что это либо, правда, плотное противостояние и как минимум ТБ... либо же Кенеке закончит это просто по щелчку пальца, сделает 16-10 и скажет: ребята, да, мы аутсайдеры, но мы вас победим на одной из ваших лучших карт. Напоминаю то, что у хаву за последние 3 месяца 17 сыгранных карт, 53% винрейта. То есть это, ну, рабочий винрейт против такой команды, как Кенеке. Не то, что это плохая команда, ни в коем случае, нет. Это просто малоизвестный коллектив. Кенникет очень хорошую работу здесь проделали. Очень хорошую. Даже при этом счету. Несмотря на то, что если это правда будет овертайм и Кенникет проиграет, я скажу, они все равно красавцы. So. Ну ладно. Прокид Хае. Тунки сейчас отыгрывается скаутом. Джампи. Не самая лучшая агрессия.
Бэкси потерял свою жизнь. Все больше и больше дэмэджа наносится по Тункису. Меня это начинает пугать. А лучше бы начинало это пугать Тункиса, потому что действует он слишком агрессивно. Минута на таймере. Два игрока на холде точки Б. Именно под пушей. Два игрока на раскидке осайда. И, насколько я понимаю, выход будет именно по точку А. Как Слоу и так и Худи могут спокойно перетянуться через позицию поп-дога. Вообще без проблем. Да, все верно. Это поп-дог, это будет точка А. Все прочитано, но не прочитано от Кенникет. Это... возможно, и даже сейф. Вау. А может, и не надо сейвить? Хотя нет, лучше уйти на сейв. Прекрасно понимают парни. Бомба установлена. Да, набор дефускитов имеется, но у нас два немобильных девайса именно для выбивания. Поэтому здесь лучше уже уносить ноги в следующий раунд. И да, мы отдадим 11-й. Друзья, поздравляю всех тех, кто ставил на ТБ в рамках этой карты. Мои поздравления. И я сам доволен, наконец-таки, что это плотное противостояние. По крайней мере, здесь есть, правда, конфронтация. Мы не видели ее на предыдущих картах. Видели в некоторых раундах, но как факт, все заканчивалось счетом 16-7, 16-8, 16-9. Ну скучно же. Матч приостановлен. А почему бы и нет? Тактическая пауза от Кенникет очень вовремя. Знаю коллективы, которые даже проигрывая 7 раундов подряд, имея 15 уже за спиной, они не поставят тактическую паузу. И только когда они дойдут до овертаймов и там начнут проигрывать раунд, они такие: так, блин, что-то здесь не так. Дисциплина. Это самое главное в Counter-Strike. Ну ладно, не всегда. Перегнул. Бэкси, нова? Not bad. Как решение, в принципе, в поп-доге постоянно... А, стоп, почему? На точке Б? С новой. Ну ладно, как приемка нижнего тоже, возможно, сработает. Умер автодирект, друзья. Теряет свою жизнь у нас Тункис. Так, сейчас быстро оживим. Реаниматор. Дефибриллятор. Джампи. Один минус есть. Нова. В упоре. Да что ж такое-то? Ну, кстати, нашла. Причем очень хороший дэмэдж. Покатились горочки. Бэкзи потерял свою жизнь, но так или иначе. Перетяжка-то от хаву будет по точку А. И это читают. Либо читают Кенникет, либо они заранее готовятся уйти на сейв. Но они сейчас, правда, сейчас напорятся на трех игроков Кенникет. Один быстро перетягивается через коннектор. Второй стоит около Айви на секонд-лайне. Третий занял уже мейн. Сейчас просто мясорубка будет, да и все. Напряжение. Барабанная дробь, дорогие друзья. 35 секунд на таймере, и рота готов принимать игроков. Одного, второго, без каких-либо проблем. Зори начинает пикать, ладно, есть размен, но как и... я не знаю, как сейчас доносить бомбу до сайда. У вас два игрока еще вблизи находятся, 25 секунд на таймере. У вас нет возможности сменить вектор атаки. И джампи, один минус, финальный минус должен быть. Ну, соус, 7 хелспоинтов, вряд ли здесь что-то сделаешь. 16-11, Кенникет, будучи аутсайдером противостояния, выигрывает. Просто аплодисменты, мне нечего сказать, ребята красавцы. Что сказать? Thank you everyone for sitting there. I appreciate it. And as I have a moment, I want to tell you about my Twitter. If you want to follow me, you can see my name profile in the name of this stream. CS Anubis. Thank you everyone for watching. Друзья, спасибо вам большое, правда, что присутствовали. Очень было приятно с вами здесь посидеть, пообщаться. Посмотреть, правда, красивый Counter-Strike. И на удивление, Кенникет, правда, показали должный КС. Красавчики.
24/7 поддержку OMGBet. Слушаю вас. Я хочу сделать ставку. Просто вводим в адресной строке omg.bet. Находим матч. Выбираем победителя. Не забываем проверять раздел с акциями. Болеем и побеждаем!